смешно, наверное, снимать и показывать лампу. Это очень классная лампа. С разными настройками. У нее есть разный свет. Естественно, она имеет все три трехдимензиональное направление. Вот здесь можно крутить вокруг оси, потом вот эти все. Оси работают здесь. Здесь ее можно наклонять. Короче, что-то такое мне нужно было. Я всегда пользовалась смешанной лампой, но она старее. Спасибо, что были со мной. Вы были на канале «Будь со мной», и я ваша Наташа.